Модельер Вячеслав Зайцев приложил руку к тому, чтобы фильм «Иван Васильевич меняет профессию» стал популярным. Мало кто знает, но именно Зайцеву принадлежали идеи костюмов первой красавицы фильма Натальи Селезневой. Актриса, сыгравшая жену Шурика, щеголяла в умопомрачительных нарядах. Белоснежный брючный костюм с красными аксессуарами стал мечтой всех модниц Советского Союза. А глядя на красное платье с белой отделкой, зрители понимали, почему режиссер Якин потерял голову. Запомнился и наряд, в котором актриса исполняла песню, ставшую культовой.